стоит на позиции и ведет огонь по противнику. Но потому же ведет она огонь. И мы видим справа, за местом там, где стояли наши Т-60. Там мы видим установившиеся немецкие противотанковые пушки ПАК-40. Сама тысячная история этих пушек достаточно интересна. Они были приведены в 1940 году для борьбы с танками противника. Но тогда мне оказалось, не одного танка, который бы мог им противостоять. Я предполагаю, что эти пушки будут лишние. Я не сняли их с производства. Но в 1941 году они столкнулись с нашими танками КВ. Ни одна немецкая пушка не брала не то, что лобовую, но даже кормовую броню КВ. И тогда им срочно пришлось возобновить производство ПАК-40. Вот эти ПАК-40, способные пробивать брони тяжелой бронетехники, мы и видим сейчас. На данный момент на поле боя с немецкой стороны они представляют для нас наибольшую опасность. Именно поэтому батарея Су-100, которая стоит у нас сейчас на позиции, ведет огонь именно по батарее немецких ПАК-40. Но мы видим, что один из артиллеристов горит. Одна из наших установок подожжена вражеской бронетехникой.